Ситуация на оккупированных палестинских территориях – это трагедия, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. В Женеве он представил свой доклад, по данным которого в прошлом году жертвы с обеих сторон стали самыми большими за несколько лет. I condemn the violence that has killed and harmed so many people on both sides, and which generates overwhelming despair. В Восточном Иерусалиме сотни палестинцев в пятницу вышли на манифестацию против насильственных выселений в районе Шейх-Джаррах. Произошли стычки с еврейскими поселенцами, полиция применила дубинки и слезоточивый газ. В Азуне на западном берегу Иордана состоялись похороны 15-летнего палестинца, застреленного израильскими военнослужащими. По заявлению Цахала, он вместе с другими подростками накануне обстреливал машины на шоссе.